Если вы собираетесь на день рождения и не знаете, что подарить вашему другу, мы сейчас поделимся с вами полезной информацией. Вы можете сделать фотокубик. Для этого вам понадобятся вот такие маленькие деревянные кубики. Ну и, конечно же, самые яркие фотографии из воспоминаний, связанных с виновником торжества. Наталья Сухорукова, старшая мастеровая творческой мастерской крупного гипермаркета строительных материалов, сегодня у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте. Кубики понятно, кубики несложно, может быть, даже сделать. А вот я смотрю фотографии, те заготовки, которые у нас есть, имеют некий пунктир, да, то есть какая-то специальная программа. Да, это что? Программа Coral. В ней можно отредактировать все фотографии под нужный размер и сделать контуринг, по которому удобнее будет ровненько вырезать. Отрезать фотографии. Да. Чем я и занимаюсь, вы пока рассказываете, что необходимо для того, чтобы действительно сделать красивый и необычный презент. Фотокубик. Да, я думаю, что все, наверное, с детства помнят, да, у нас раньше в детстве были такие вот 8 кубиков, из которых можно было сложить картинку. Вот, мы сейчас будем воплощать нашу детскую игрушку. Покажу. Да, кубики. Вот кубики, они отдельные, из брусочка 40 на 40, то есть... Он уже подготовленный, ошкуренный и обезжиренный обязательно. А для чего это нужно? Для хорошей... Сцепки. Сцепки, да. Склейки. Вот сейчас мы будем склеивать наши кубики. Вот для этого нам понадобится хозяйственная лента. Она очень прочная. Хозяйственная лента. Да. И слушайте, очень... сколько разновидностей, да? Есть изолента, есть скотч. Есть бумажный скотч, а теперь нам еще потребуется... есть и хозяйственная лента. Да, нам потребуются вот такие ровные кусочки. Соединяем наш кубик вот таким вот способом, то есть вот так, загибаем его и проклеиваем вот здесь, также отрезая полосочку. Знаете, что я сейчас буду делать? Что? Что? Резать головину. Евгений. Слава богу, она это не слышит. Так, дальше. Сколько по времени занимает вот вообще весь процесс? Ну, вот вообще, это. На самом деле, это очень кропотливая, тяжелая работа. У меня примерно на это ушло часа 3. То есть, какие сложности могут возникнуть при изготовлении? Сложности могут возникнуть с поклейкой фотографий как раз-таки. Так, стоп, остановитесь. Только поклейка фотографий? Да. Дальше. Порезаться? Порезаться, вот два пальца порезала. Можно порезаться. Шо? Так. Все, вы поклеили сюда. Угу. Сюда. Угу. Так широкий очень. Ну, ладно. Давайте. Чуть-чуть, ага. Чуть-чуть. Ну, я так понимаю, тут еще умение нужно не только творческое, но еще компьютерное, правда же? Тут просто руки должны, Ваня, расти. Ну, я думаю, как бы компьютерного там... Ну, все же умеют пользоваться фотошопом. У всех есть Инстаграм, все редактируют фотографии. Ну, конечно, Наталья, вы скажете, все. Вот что у нас получилось. То есть мы укладываем. Один кубик у нас будет вот такой вот, с двух сторон проклеенный. Мы его кладем в верхнюю часть. Два кубика у нас на ребре склеены. Мы кладем их вот так, вот таким вот образом. Так, хорошенечко. Дальше один кубик вверху. То есть... ленточкой нашей. Все, берем, переворачиваем. И здесь вот так себе. То же самое, да? Здесь заклеиваем вот таким вот образом. То есть соединяем вот эти кубики вот так. Раз, два, три, четыре. Да. То есть нам понадобится. Это самая легкая работа вообще, что нам предстоит, поэтому здесь много времени не занимает. А чем потом будем закрывать скотч? Быстренько. Скотч будем закрывать клейкой лентой, двусторонней клейкой лентой и фотографиями. Откуда пришла к вам в голову эта идея из дома? Ну, вообще, у меня племянников очень много, и у них как раз вот есть вот эти вот кубики, из которых можно собирать картинку. Вот. И я подумала, почему бы не сделать фотографию. Ну и на просторах интернета тоже очень часто пестрит. Это довольно-таки дорогое удовольствие купить такой вот фотокубик. Угу. Он от 1500 и... Давай, конечно, порежем меня. И выше стоит. А здесь можно сделать его бюджетно, своими руками и как бы, в принципе... Так, теперь вот что у нас получилось. То есть видите, да? Да. Так, теперь мы с вами делаем кубик. Раз, раз. Здесь боковые ребро у нас осталось в нижней части, и здесь в нижней части. Нам нужно проклеить вот эти два ребра. И еще две полосочки. Да. Ну, чтобы у нас так, кубик не развалился. Так, фотографии разбирать по... Конечно, их же нужно одинаковые собрать, чтобы у нас была картинка. Задача, кстати, не из простых. Не из простых. Да, вот хорошо, что у меня есть вы сегодня в эфире, да? А так это одному довольно-таки тяжело все собирать. Я столько пазлов нарезал, что... Так, и переворачиваем. Так, эту часть закончили. Переворачиваем вот на эту часть. Еще там тоже проклею. Да, а я уже доделаю тут быстренько. Я тогда помогу Ивану... собрать фотографию, да. У нас есть, вот смотрите, первое...
картинка. Да. Это новое утро. Логотип. Я, кстати, хотела поздравить вашу передачу с 20-летием. Спасибо большое. Пожелать вам, чтобы у вас также все больше и больше зрителей оставалось. И чтобы вы процветали и росли дальше. Потому что это самая такая моя, одна из любимых передач. Спасибо вам большое за это поздравление. Да. Мы продолжим вас приглашать к нам в эфир. Конечно, куда же вы без нас? Давайте. Так, смотрите, что у нас получилось. Вот, у нас получился кубик. Все. Раз, раз. Да, переворачивается. Да, как в детстве. Все просто. Так, дальше. Мы сейчас с вами будем клеить наши фотографии. То есть вот таким вот образом. Желательно, чтобы, конечно, весь пазл сошелся. То есть это должно быть одинаково с каждой стороны. Так, для этого нам понадобится клейкая лента, да. Можно ее не отдирать, все можно сделать гораздо проще. Вот делаем так. То есть это я уже приловчилась, да. Берем каждую клеточку, мы приклеиваем, вырезаем. Да. Вырезаем вот так вот, лишнее отрезаем. Давайте я буду вырезать, а вы будете, соответственно, приклеивать уже. Да, лишнее отрезали. Так, это у нас низ. Главное не перепутать фотографии. Последовательность. Ну как мы их перепутаем? Можно, и поверьте, я путала. Когда уже 2 часа сидишь за кубиком, уже думаешь, боже, когда же это закончится. Так, смотрите, все. И берем таким вот легким движением. Приклеиваем это вот сюда. Если где-то у нас выпирает, получается, да, ну, чуть-чуть побольше фотографий получилось, ничего страшного, мы ее с вами потом... Смотрите, ну, это же интересное занятие для всей семьи. Да, да, я говорю, если больше помощников, то это гораздо быстрее работа вся пойдет. У нас сплочение можно стать. Ну, и плюс это такое довольно, как мини-фотоальбом. Очень интересное исполнение. Мы с супругой пойдем послезавтра на день рождения, точнее завтра. Я думаю, вот вы нам подкинули интересную идею для подарка. На самом деле это правда, это очень бюджетный вариант. Купил 2-метровый брусок, нарезал на 8 кубиков по 4 сантиметра, отшлифовал. Купил хозяйственную ленту, она стоит тоже в районе 150 рублей. С бруском купил сначала пилу, потом шлифовальный аппарат. Да? Нет, это можно все сделать в магазине, попилить. Единственное, нужно будет купить только хозяйственную ленту, ну и распечатать фотографии. Так, у меня все готово. Я не знаю, что у вас. У нас тоже почти все готово. У меня одна лишняя часть оказалась. Какая лишняя? Ну такая. Так, это должно быть от Евгении, это вот здесь. Нет, это вот здесь. А, все, ну да, от Евгении. Все, я разобрал. Давайте прямо сейчас вот доклеим первый вот этот вот слайд, картинку. Оставим вас в одиночестве доделывать. Нашим зрителям, прежде чем мы сделаем паузу, покажем, как должно получиться, ну, по крайней мере, с одной уже готовой фотографией, да, на 4 кубиках. Если мы перевернем... У нас новое утро. Если мы перевернем кубик, то, например, соответственно... Например, раскроем, да, другая фотография, да? Итак, что должно получиться? Была заготовка, вот такая, состоящая из кубиков и склеенная, значит, специальной лентой. А готовый вариант у нашей гости Натальи Сухоруковой, которая показывает вот такую красоту, которую можно сделать в домашних условиях, используя свои фотографии. Причем в этот процесс могут быть вовлечены все, включая соседей. Да. Это я вам дарю. Наталья подарила вот этот кубик нам и поздравила нашу программу с 20-летием. Спасибо вам большое за идею, за развлечение для всей семьи, ну и за хорошее настроение, по крайней мере, для нас. Да, достойное место вот этот подарок займет на полке в нашем отделе. Мы с вами прощаемся до следующего раза. Благодарим Наталью Сухорукову, старшую мастеровой творческой мастерской крупного гипермаркета строительных материалов.